Всем привет, друзья, с вами Влад Шима, мы продолжаем с вами Outlast 1. Вы захотели, чтобы я его все же проходил до конца, ну не знаю, ну давайте еще третью серию запилим, потом посмотрим, что вообще дальше будем с этим делать. Но, видимо, уже поворачивать-то некуда, поэтому придется записывать. Привет. Как дела? Ну, судя по всему, все очень удачно сложилось в твоей жизни, и закончил ты ее весьма себе неплохо. Помылся, наконец. Не стал я сегодня переустанавливать винду. Я сегодня хотел винду себе переустанавливать. Я не стал это делать, потому что вроде бы как. Ну, я пофиксил эти ошибки самостоятельно вручную. Не сильно это как бы... Ну, это заняло время, конечно. Но сильно я... Ты тоже помылся? Хорошо. А сильно я не напрягся. Единственное, что с эмулятором BlueStacks, ну, непонятно. Я задал вопрос в Нейке, но посмотрим вообще, что из этого... Кто-то сифанул? Кто-то пукнул? Хорошо. Задал вопрос в Нейке, и... Мне ответили два раза одними и теми же словами, понимаете? Хотя я два разных вопроса задал. Мне ответили одинаковыми словами, причем так и не ответили на мой вопрос. Это просто топ. Это топ. Так, ну что ж, что у нас там? Что, долго у нас эта канализация будет идти? То я немножко подустал, давайте даже немножко в темноте пройду, так уж и быть. В чем, собственно, проблема, ребята? В темноте, так в темноте. Так, ну давайте сюда. Я не помню, куда тут правильный путь вообще. Куда он должен идти. Но, видимо... Да, раз сохранение, значит, все я правильно делаю. Поднимайся, сэр. Отлично. Так, теперь здесь... здесь будет чувачок, насколько я помню. Да, да. Привет. Привет, братан. Замурованный пошел отсюда, значит. Так, хорошо. Не люблю я замурованных вот этих чувачков, которые тут появляются. Это как-то не оно, понимаете? Мне такое не нравится. Такое мне не очень как бы заходит. Это страшновато. Достаточно страшноватенько. Поэтому мы не будем заострять на таких людях внимание. Они душевно больны, они будут постоянно что-то мутить, как-то всячески нас пугать. А мы на это обращать внимание не будем, потому что мы адекватные люди. Так, хорошо, батареечка. Кстати, я никогда здесь батареечку не находил. Получается, я первооткрыватель этой батареечки в этом месте. Так, хорошо, а куда нам вообще? А, я, кажется, понял. Подожди, или как? Так, а куда мне? Так, а здесь еще должен быть проход, разве? Вроде должен быть проход какой-то. То есть эта комната так, по порожняку. Окей, хорошо. А куда мне надо тогда? А, то есть куда-то сюда, да? Подожди, я что-то подзабыл. Вот оттуда я, кажись, пришел. Нет, ну вот дырка, значит, сюда надо, все правильно. А здесь что? Под воду же не надо нырять, правильно же, правильно. А куда надо тогда? Что-то я немного не понимаю. А, подождите, я должен с той стороны как-то залезть или как? А, то есть допрыгну, да? Да, да, отлично. Отлично. Так, просто немножко подзабыл. Я вышел в ту же комнату. Подожди, что за фигня? А, блин, то есть мне надо вот все же на ту запрыгнуть. Окей. Все, я понял. Я немного законил. Иногда люди конят, ребят, понимаете? Иногда люди конят, тупят. И это нормально. Так, хорошо, прыгай. Так. Ну все, вроде нам сюда с вами. Да, все хорошо, нам сюда. Здорово, чувак, как твои дела? Говорит, хорошо. Ну ладно, хорошо так хорошо, я очень рад за него. По-моему, здесь будет чувак, который очень большой. Он вроде опять сюда придет.
Все скидывают откуда-то кого-то. Хрен поймешь. Так, нам вроде... Так, коробочки. Нам вроде вот сюда с вами. Залази. Вроде бы нам сюда. Где-то здесь есть чувак. Жирный вот этот чел. Жирный челбас. Где он, только непонятно. С какой стороны он будет идти? Немножко мне не ясно. Но сейчас будет паника. Вон он, отлично. А, нам надо, значит, на подсвеченное место. Так, а ты там и будешь вот так ходить, да, получается? Но мне, получается, на подсвеченное место надо. Пока он там ходит, обитает. Наша задача сюда идти. Правильно же? Правильно же, я думаю? Конечно, правильно. А как иначе-то? Вот же лестница. Почему бы нет? Так, окей. Прыгай. Отлично. Пока, мудак. Все я сделал правильно и красиво. Но этот челбас просто физически сюда не полезет. А если бы и полез, я бы ему переебал этой коробкой. Но она не толкается, поэтому я бы сдох. Убитый горем паренек. Как у тебя дела? Чего у тебя? Рот в черепе? А нет, у него там мозг в черепе. Окей, хорошо. Mail word. Ну хорошо, ну хорошо. Ну, психбольной бежит, нормально. Ты ебанутый, что ли? Подожди, камбэк. Да ты ебанулся, что ли, чувак? Так, подождите, давайте затеряемся от него. Он ебанутый. Он душевно больной, правда? Да ебать, ты что, дурак, что ли, блядь? Камбэк. Подожди, я же не должен был его встретить здесь вообще. Или должен был? Я немного не помню, короче, его. Но я потихоньку восстановился, все, стены пришли в норму. Чувак, ты дурак вообще, я офигею с тебя. Камбэк, камбэк. Закамбэчил меня там. Так, где он? Где эта петушня? Так, хорошо. Допустим, mail word. Так, я пройду туда? А, это этот тип и есть, походу. Ну, хорошо. А мне сюда в любом случае, значит, все отлично. Пацаны, от кого вы все убегаете? Еще и голышом. Ты из стены выбежал голышом, что ли? Как он из закрытой стены смог выбежать, еще и голым? О, кого-то трахнули там. Прекрасно. Какие страшные звуки. Валеридер уже пытает людей, судя по всему. Так, отлично. Но нам с вами сюда. Что-то пролагнуло. Немножко пролагивает здесь, кстати, вот в Outlast местами. И это не от мощности компа даже зависит. Потому что комп у меня для Outlast, не знаю, шедевральный. Просто так вот, ну так вот оно вот так. Окей. Так, ну ты давай как-то отодвинем, давай, да? А, окей, вот так. Замечательно. Подсаживайся, присаживайся. Мужчина, все нормально? Я думаю, все хорошо у вас. Посидите без меня здесь. Я уверен, вам будет нормально. Окей. Мужчина. Все хорошо? Знаешь, хорошо так хорошо. Хорошо так хорошо. Хорошо, знаешь, хорошо. Немного не помню я, куда нам двигать. Ну да ладно. Кто-то ломится тут, блин. Кто-то ломится, люди тут что-то лежат. Ладно. Так, по-моему, нам в этот проходец... Так, а проход закрыт. Окей, нам все же в ту комнату, ладно. В ту так в ту. Что ж поделаешь. Так, тут батарейка. Замечательно. Так, вот эту херню мы отодвигаем. И заходим в нужную нам комнату. Нужная нам комната открывается. Отлично. Отлично.
Это же нужная для меня комната. Так, тут закрыто. Хорошо. А тут? И тут закрыто. Значит, нужная для меня комната где-то тут. Да, вот она, нужная для меня комнатка. А, это эти... вот эти вот страшные места, я помню их. Тут все что-то дышит, что-то пердит. Это очень страшное место, кстати, ребята. Тут есть документ, который я сейчас возьму, и вы его прочитаете сами, потому что я их не читаю, вы сами их читаете. Здесь, короче, рассказывается про, опять же, про этого Вальридера, что это был некий малыш, которого звали Билли или что-то в этом роде. Потом его назвали Вальридером. Обратите внимание на человека, не полностью собранного. Это просто жесть. Ладно. Нам с вами как раз-таки сюда, в эту вот отдушину. Так, а почему я не могу туда попасть? Все-таки не сюда, что ли? Подожди, я немного подзабыл просто вот эти вот места. Злополучные, если уж что-то пошло. Кто-то тут окает, охает. Охает, охает, похает, жохает. Вон там еще чувак сидит, которому очень грустно. Так, подожди, а как я, как же мне сюда так залезть? Вроде бы как-то можно же, не? Вот так, да? Да, вот так. Это надо просто успеть. Нет, не успеть, это надо просто правильно встать и сделать. Хорошо. Так, ну давай, падай. Привет, чувак. Че, дурачок, что ли? А чё ты? Fuck me? Воу-воу-воу, ко мне уже ломятся, нихера себе. В смысле, бляха? Подожди, а что? А что делать-то надо? А, вот! Закрывай! Так, окей. Да в смысле, какого хера-то? Я немного забыл. Я немножко забыл. Закрывай дверь. Давай. Это психи конченые. Смерть, налоги. Какие, блядь, налоги? О чем вы? У вас что, проблемы с налогами, с налоговой? Хорошо. Давай, двигай. А то эти налоговики, я чувствую, сейчас нам вообще покажут, кто мы тут вообще есть. Так, давай. Налоговая. Вон она, налоговая. Валим. Сваливаем от налоговой. В прямом смысле, так. Давай. Закрывай дверь. Замуровывай. Ну мы же успеваем. Правильно же. Все, налоговая не справится с этим. С этим препятствием, скажем так. Окей, хорошо. Так, погоня не окончается, судя по всему. Нам сюда. Воу, понятно. Понятно, сэр. Вальридер. Вальридер орут, ребята. Так, нам сюда. Я понял. Блять, откуда ты взялся-то, петух? Так, хорошо. Беги. Ну давай, с разгона, красавчик. Ебать, я умер? А почему это произошло? Я же должен был допрыгнуть, не? Я же должен был допрыгнуть, ребят, вы чё? Блять, аж отсюда? Серьезно? Вы гоните? Fuck me, подождите. Мясо, хочу мясо. Ебать, серьезно, аж отсюда? Так, окей, беги. А почему? Почему так-то? Блять, закрой ты дверь. Вальридер, налоги. А почему эти налоги за мной ходят, я не пойму. Почему я не допрыгнул, кстати? Какого хера-то? Разве так должно было быть? Да ты чё, реально? Налоги, Вальридер, налоги. Беги. Беги от налогов подальше. Закрывай дверь. Так, окей. Немножко я не понимаю вот эту всю фигню. Как я так не допрыгнул-то? Я же должен был по красоте прям взять и допрыгнуть. Чё за дичь? Так, поехали, побежали. Фак, орут кто-то. Блять, серьёзно? В это окно. Беги. Беги, чувачок. Просто лети, как пуля, блять.
Я в ахуе. О, прошло сохранение, кстати, ты посмотри. Прошло сохранение, я должен где-то тут появиться сейчас. По-любому. Появиться сейчас. А, то есть я типа допрыгнул, но упал, да? Это типа баг был? Ну, допустим. Ладно. Блять, еще что-то, что ли? Окей. Ла-ла-ла-ла-ла, блять, нам сюда. Так, окей, я понял. Залази. Много ла-ла-ла-лашек за нами тут хотят бегать. Так, беги. Ла-ла-ла, куда нам, блять? Вот сюда, все, я понял. Так, камеру врубай, подрубай. Нам сюда, блять. Давай, закрывай дверь. Куда, блять? Ну! Как это открывается, блять? Залази. Отлично, мы уехали. Где нас встречает мертвый доктор Трагер? Очень-очень классный доктор Трагер. Ты же парень того долбанного священника? Нет, я не его парень. Мы не встречались. Его свидетель, или как он тебя называет? Видать, устал. А давай-ка отдохнем. Этот чувак, он именуется мертвым доктором. Мертвый доктор Трагер. Но он не совсем мертвый, раз он умеет разговаривать, все дела. Ну что ж, давайте покатаемся, посмотрим на больничные красоты. Прекрасный вид. Обожаю горный воздух по ночам. Не хочешь выбраться наружу? Прогуляться? Вперед, я подожду. А ты молодец. Я не тороплюсь. Нет? Ну ладно. Нет, не надо, поехали. Тебя прям не проведешь. Говорит, выбирайся, вон, в кандалы меня закатал, говорит. Выбирайся, вон, для тебя есть там выход, блядь. Еще и голый, ёб твою мать. Тоже все шланги в задницу поставлял. И вот так вот ходит всю жизнь. Странный тип вообще, очень странный. Не похоже эта лечебница на нормальную больницу. В больницах такого нет, вот такого. Тебе этот язык еще пригодится. Что-то такое говорит. Он, чувак, там вообще за все конечности подвешен, судя по всему. Ты меня к себе в комнату ведешь, что ли? Вот мы и пришли. Спасибо, что заглянул. Сейчас мы приступим к консультации. Прием начнется через минуточку. Я только вот руки вымою и... Ну хоть за гигиену, чувак. Домашнее видео? А это хороший повод для разговора. Порнуха там, да, записана. Голышом он, понимаете. Ну хоть руки моет. Знаешь, меня немного волнует, что ты так много времени проводишь с отцом Мартином. Надеюсь, он не одурачил тебя всеми этими библейскими штучками, мол, он праведнее Бога, на-на-на. Это кабинет у хирурга, который очень плохо учился. И вот последствия его, скажем так, практики. Ты дурак, что ли, чувак? Можно я уже выйду, а? Outlast же. Дай поиграть-то. Хочешь заплатить Питеру? Питером всяким я не хочу ничего. Пальцы будешь резать? Ну режь, я не буду на это смотреть. Спасать приспичило, что? О, ты решил меня очень большими вот этими ножничками. Следишь за моей мыслью, не отвлекайся, тебе еще много нужно воспринять. Два пальца мне отхерачил, говорит, мне нужно воспринимать что-то еще. Так ведь лучше, да? Понял, что мы добились? Стали долбоебами, что ли, которые отрезают пальцы людям?
пальцы отхуярил и говорит, так ведь лучше. Ну, получше, конечно. На один палец меньше подстригать, блядь, на обеих руках теперь. Когда ногти отрастут. Да упадишь ты уже, дурак. Камеру-то забыл, неадекватный докторишка. Приятного аппетита, кто ест. Пиздец. Ладно, пошлите. Куда этот мудак ушел-то хоть? Кто там? Есть там кто? Подойди. Так, а мне в экзит надо? Закрыто. Like him. А, он сейчас заорет, сука, я помню. Но нужно заныкаться. Блять. Он же не спалил? Он же не спалил меня? Жопанок этот. Вот где он сейчас? Блять, он тут где-то. Нет, его тут нету. Окей. Так, а куда мне? Я понял. Я крайне все понял. Окей. А, сейчас он с другой стороны выйдет вроде, да? Пиздец. Так, давайте пока сюда заляжем. Я немного не помню, куда. Куда он там пойдет. Но под моим контролем этот проход полностью. Он же пройдет, и я ебану потом направо, налево. Так ведь? Ну где эта говнина? Он пойдет, нет? Сука. Ну где он? Так много пациентов у этого долбоеба, что просто пиздос. Окей, давайте. Блять, он зовет его, что ли? А, мне сюда. То есть можно было не париться. Ебать. А, я наебал! Я наебал! Он сейчас будет бежать сюда, да? Я наебал его! Тихо, чувак, не ори так сильно. Нихуей, так, закрывай. Тут? Ебать! Ебануться, чувачок!
Да ну его в рот, блядь. Ебать, серьезно? Мистер Трагер, идите нахуй. Так, а что с ним делать? Подождите. Я немного за... Блядь, все, я понял. Кажется, сюда надо бежать. Да. Отлично. Пошел нахуй, Трагер. Все, все, я понял, я понял. Капец, он напряжен, он так еще с тубзика вышел. Я ж правильно пошел, правильно? Идет сохранение. И опять тубзики, смотри. Тубзики с документами. Так, окей. Вот, можете прочитать, если что, ребят. Продолжаем. Где мистер Трагер сам лично? Он же больше, по-моему, не будет его сейчас? Или все же будет? Хороший вопрос. Ух, ну и жесть. Так, ладно. Ну, нам только вот сюда получается. Больше проходов-то нет. Ключик. А ключ от чего у нас должен быть? А, доберитесь до инженерного этажа мужского... А, до нижнего этажа мужского отделения. Хорошо. Тогда забирай ключ. Оу, все, я понял. Мистер Трагер пришел. И он ебанулся. Так, окей. Ты ебанутый? Закрывай дверь, блядь. Так, окей. Так, а мне куда? Окей. Я сейчас перепутал, я не помню, где двери. Не вижу, где двери. Не то, что не помню. А, надо мне обратно, по-моему, свалить. Он же там, типа, дверь проломил. Пошел нахуй! Мистер Трагер! Иди в жопу, чувак, иди просто нахуй. Так, 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 куда, куда, куда? Блять, вроде сюда, я не помню точно. Ну, допустим, сюда, я не знаю, правда, куда мне, блять. Так, допустим, мне сюда. Ебать! Ну ты дурак, вообще, сука, я в шоке. Он, короче, знает наизусть эту больничку свою, блядь. Он ее всю наизусть знает. Молодец, с таким доктором не потеряешься, блядь, здесь. Ебать, он страшный, нахуй. Он же тупой? Привет, уёбище! Так. Он еще и косой, блядь. Он нихуя не понял даже. Так. Ух, вот это напряжение, сука. Так, ладно. Прости, чувачок. Бля, он сейчас опять обойдет, походу. Он сейчас с этой двери, наверное, зайдет сюда. Да. Пидорас. Да ну нахуй. Не очень приятное зрелище, братан. Достаточно неприятное зрелище сейчас было, блядь. Че, под все будешь заглядывать? Не думаю, что он под все будет заглядывать. Ушел. Так, а мужское отделение это вообще где, блядь? Я немного подзабыл. Это вот это male, female, да, вот эта вся хуйня.
Где вот оно ходит, бля, чмо это? Куда вот он конкретно ушел? Можете мне объяснить? Так, окей. Ну, допустим, давайте еще раз пройдемся по этой вентиляции. Не до конца я помню, где я, короче, и что я, блядь. Лишь бы сейчас ему на голову где-нибудь не упасть. Где вот он ходит? Ясное дело, тут, блядь. Я в ахуе. Блять, он тут. Ты пидорас, ты как будто знал, блять. Он все знал, как будто ебануться можно, бля. Блять, а как быть-то с ним? Я ничего не понимаю. Я чё, по кругу сейчас ебанул? Я немного не врубаюсь. Подожди, а куда идти-то? Я в натуре так сильно все позабывал. Я реально все, блядь, позабыл. Я не могу от доктора Трагера себя деть, понимаете, никуда. Правильно пришел? Или я же тут тоже был, блядь, вроде. Толканы, блядь, опять. Что-то я запутался. Я так давно не играл в Outlast, пиздец, вы бы знали. Как в первый раз играю тут, блядь. Именно в этом месте. Блядь, он тут. Пиздец. А-а-а, ебать, иди нахуй. Капец, он жесткий, сука, я вообще не понимаю. Подожди, откуда я вообще пришел? Изначально-то, блядь. Серьезно, блядь, позапутывался весь. Реально, блядь, запутался. Не, ребят, это гонь его, пиздос. Я уже какой раз тут, блядь, прохожу по вот этой шахте вентиляционной. Я ж куда-то должен деться вроде, блин. Там какая-то должна быть херня за мной приехать, типа лифта или что-то в этом роде. Я реально запутался, я не понимаю, куда идти. Я круги наебываю, понимаете? Откуда? А, то есть ты настолько можешь спалить? Нихуя себе, ты крутой. Блять, да ебанутый, что ли, нахуй? Так. Ну я тут был. Я тут реально, блядь, много раз был. О, ебать, ты умный. Ты прям умняшка. Умняшечка. Блядь, ты очень умный, доктор Трагер. Вы очень умны. Не по годам. Так, хорошо. Ой, блядь, он уже не столько напряжен, сколько он меня заебал просто в хлам. Так.
Да иди ж ты нахуй, а, ну доктор Трагер, ну ёб твою мать. Ну чё ж ты такой дурак, а? Ёбаный ты в голову. Ну не за... ты-то не застревай. Ты-то хули застреваешь-то? Ой, блядь, доктор Трагер, вы долбоёбище. Я понял. Мне ж, блядь, сюда надо. Так. Не знаю, вроде правильно. Он же ушел? Вот и все. Пошел нахуй, доктор Трагер. А, вот он. Подожди, он должен сдохнуть здесь вроде. Давай, давай, давай. В нем даже нет крови, ребята, понимаете? Он настолько доктор Трагер, что просто в нем даже нет крови. Пиздец. Просто все ясно, блядь. Окей, нам вниз. Хорошо. Мутное местечко, я вам скажу. Вон этот дурачок стоит. Пресвятой отец или как его там. Слава богу, ты выжил. Я боялся, эти мирские маньяки спотрошат тебя. Чувак, пробей окно. Освободи меня. Найдите отца Мартина. Отец Мартин там сам с собой что-то ходит, что-то мутит, короче, хуйню какую-то. А чё его искать? Он чё, не мог стекло, что ли, разбить? Зачем его искать еще? Какой смысл в его поисках? Ну не нравится ему по-нормальному ходить. Но это же не моя проблема уже. Отец Мартин, значит, ебанутый немножечко дедушка. Прям краешком, блядь. Окей. Тут еще, блядь, пожар случился, ебать его в ухо. Так, ладно. Ух. Огниво. Сплошное огниво. И что ты так спокойно стоишь, сидишь? Nobody, nobody, долбоёб ты. Тут вон твои люди, твои парни горят. Nobody, хуёбоди. Допустим. Чего надо сделать? Две заслонки отсутствуют.
Блядь, там этот чувак, я помню. Пиздец. Ладно, давайте на этом закончим. С двумя заслонками мы начнем разбираться в следующий раз. А пока что с вами был Влад Шима. Всем спасибо и всем пока.